Всем привет, дамы и господа, сегодня мы обслужим вот такую видеокарту, древненькая у нас получается, это GTX 460, всего на 768 мегабайт, даже гигабайта нету, DDR5, 192 бита, вот так она выглядит, кстати, еще и прожорливая такая, требует дополнительное питание, тут что у нас получается, по 6 пин, 2, вот, и пойдет она у нас такой потом корпус, вот он стоит за спиной, я покажу, подсниму его поближе, и там тоже будет, там когда-то, помните, я сколько вылаживал, выкладывал видео, на канал с этим, как он называется-то, с материнской платой Мегатрон мы запускали. Старенькая тоже там каких-то нулевых годов. И вот все это будет в эту сборку пойдет потом. Все это подсниму, соберем, а сейчас мы ее обслужим, поменяем термопасту. Здесь было, я говорил, залито чем-то каким-то липким, я уже это оттер. Сейчас разберем, посмотрим, что там. Интерфейс, термопасту поменяем. И вот, и потом можно будет собирать уже в корпус. Поставлю пока на паузу. Так, раз, два, три, пишем, там засветик. Как бы его убрать? Ладно, не важно. Тут засветик, пускай так и будет. Погнали. Отверточки нам нужны. Или вообще вот даже вот этот биток нам надо будет подкрутить шурупчики. Вот там, все нормально? Пишется. Все пишется. Поехали. Так, здесь что у нас? Здесь. Ну давай. Видно вам? Должно быть видно. Вкручиваем 4 болта. Ой. Аккуратненько надо, ребята, аккуратненько. Так, у меня есть такой магнитик, сейчас я... Сюда пока переплю. Половину я вырежу, конечно, из того всего ненужного. Как ее снимать? Да вообще приклеена, наклеена. А, понял. Еще два болта. Поторопился я эти откручивать. Ну ладно. Так, это снялось, а тут что? Ему здесь, скорее всего, надо два открутить, да. Я уже испугался, это попрыга. Вау. Это сюда. Отдельно их уберем. Да, все расслабляется, сейчас летит. Этот сюда. И отдельно положим в сторонку. Все, хват снимается. Грязный он был. Почистить. Аккуратно здесь. Можно подцепить ружем. Он у вас есть. Нет, отверточка такой. Маленький вот такой. Либо вот такой. Таким спруджем. В принципе, так можно. Все. Соединили. Пока в сторонку уберем. Грязно, сейчас помоем. Так выглядит. Снимаем радиатор. Он прилип там, наверное. Но болты мы открутили. Снимаем радиатор. Фига здесь термухи, не фига здесь чип, смотрите, какие раньше были чипы, да? Видно? На NVIDIA. Это чип хозяйский прям, термопаста. В принципе, тут можно заменить. Да, половина высохла, половина как так намазана, непонятно. Кстати, вот сладкие эти следы остались. Мы это все дело помоем. Под краном шучу. Под краном мы не будем, только радиатор протрем. Липкий какой-то в чем-то. Чем-то сладким, какими-то конфетками его залили. Или сиропом, хз. Такие спиртовые следочки у меня, ребятки. Оттрем все. До блеску. Стараемся везде оттереть термопасту, вот, которая даже на плату попала, тоже надо нам убрать. Все излишки. С радиатора точно. Нифига там на радиаторе. Нифига это не пожалели термухи. Здесь такой чип, чтобы да, охладить здесь. Ёкарный баба. Нифига здесь чип. Прям добротный. Надо будет сфоткать это дело. Видел, да, вся в этом, в термухе. Так, кулер, друзья, уже почистил. Все норм. Все норм. Все высохнет. Дальше мы здесь еще прочистим. Все нормально. Термуху снимем и поменяем. Друзья, хоть половину уже оттер, но смотрите. Вот столько термопасты нахрен лить не надо. Много, и то я половину уже оттер. Несмотря на то, что даже здесь чип большой, но столько много не надо. Нужен тоненький слой, тоненький. А не как... Масло на хлеб вымажете.
Так, все, друзья, вроде оттер термопасту, все липкие моменты тоже оттер, сейчас поменяем, потом уже не сегодня, потом установлю в корпус там со сборкой и посмотрим. Видите, какие раньше чипы, да, были огромные, то что сейчас, смотрите, какой хозяйский чип. Сейчас термопасту наложим и все заново соберем, соберем. Скоро термопаста не останется, эта сборка пойдет на продажу, наверное, как-нибудь подарю, хе-хе, навряд. Так, пока хватит, столько капнули, размазываем теперь. Медиатор тоже все оттер. Все чистенько. Медиатором я привык. И все, размазываем. Ладно, пока паузин, паузин. Так, друзья, все нанесли максимально тонким слоем. Намазали, стараемся за края не вылезать. Тут чуть поправить. В принципе, вот пойдет еще вот здесь можно с краешку. Хоп-хоп. Нормально, старайтесь на плату не попадать тоже. Протерите. Если попали на плату, аккуратненько. Так, все, вот. Шедевр этот. Видите, да? Все отлично. Все, берем радиатор. Все, цепляем радиатор. Вот эти сторона, которая вот такая получается у нас. Ближе к этому не подключается вентилятор вот сюда. Гладкой стороной к разъему PCI-Express. Накидываем и закручиваем наши болтики. Можно крест-накрест. Конечно, для такого чипа было бы неплохо. Еще медные трубки бы. Радиатор. То есть, то есть. Так, все, прижимаем. Сильно стараемся не возить, как я, по чипу. И закручиваем наши гайки. Все, крутим гайки. Крутим гайки. Чуть-чуть наживили, потом будем подтягивать. Да, дай болт. Все, можно затягивать. Так, это почему-то у меня как-то криво встал. Там посеку это погнутый, что ли. Все, еще подтягиваем, проверяем, что хорошо подтянули. Все держится. Отлично. Проверяем. Отлично. Главное резьбу не сорвить. Вот все. Ставили на место. Вот так выглядеть должно у вас. Все, теперь можно ставить пропеллер на место. Где пропеллер? Не забывайте подключить кулер. Сюда, обратно в этот. Вот сюда. 4 пин. Вот сюда. Так, подключаем наш 4 пин. Подключили. Закручиваем обратно наши болтики. Два болта у нас было здесь. Два болта мы крутились с вами здесь. Так, ну давайте, наверное, сперва эти закрутим. Будет удобней. Так будет удобней. Ё-моё, дайте тверку на магните чуть-чуть. Держись, не падай. Руки трясутся, мне все трясутся. Хотя я не нервничаю, но они трясутся. Правили, наживюлили пока что. Это легче идет почему-то. Так, ладно, здесь наживили. Вперед здесь. Там надо закрутить. Здесь закрутить. Че, не вижу? Старость, наверное. Ну-ка, все-таки, наверное, лучше там. Сперва закрутить, блядь. Вот они. Пазы-то. Почему здесь? Здесь паз. Здесь он там. Интересно. Не вижу, куда крутить. Не попало, да? Так, одна есть. Вторая. Отгоняем. Вторая тоже есть. Все, затягиваем. Стянули, отлично. Теперь здесь разбираемся. Так, здесь у нас... Что-то мне не нравится вот этот болт. Давай его поменяем местами. Кстати, на Озоне такая карта, по-моему, стоит 4К. 3 точно. В ВБ не знаю, нет, наверное, таких уже продажи. Но я последнюю сборку продавал. Такую отдал за символическую цену, за 500 рублей там у меня был. AMD Pro, CM3, по-моему, AM2. В этом стояла видюха GeForce GTX 315, чтобы вы понимали. 315, агась, там вообще маленькая платка такая. Так, ну вот и все, вот мы собрали. Все отлично. Так выглядит. Все в собранном виде. Вебка может зеркалить, конечно. Вот. Все отлично, все красиво. Обслужили нашу видеокарту.
Проверять будем уже в следующем видео, когда я буду собирать ПК. Мы обязательно ее подключим. У нас это была карточка GTX 460 768 мегабайт. Хотя почему-то пишут, что 460 на гигабайт идут. Скажите, у кого были 460 гигабайт или все-таки нет. Здесь написано 768. Я уже не помню. Я как-то делал тестовый стенд. Проверял, но я не помню, сколько там памяти. Ну, потом посмотрим. Видосик выпущу. Следующий. Смотрим. Ладно, друзья, с вами был Каспер. Игорёха. Честь имею. Пока-пока. Ставь лайк.